чем винить меня за то, что другая я, не такая я, я как ты хотел, какой ты писал меня на холсте. Зачем винить меня за то, что другая я? Стала твоим вдохновением, останься я прежней, оправдай я надежды, просто все оказалось немного важнее, немного сильнее, немного. Зачем винить меня за то, что другая я, не такая я, как ты хотел, какой ты писал меня на холсте? Зачем винить меня за то, что другая я, не такая я, как ты хотел, какой ты писал меня? Где-то там, на краю земли, на краю мечты, прочитай по губам моим, там твой ответ.
большое. Добрый вечер, друзья. Это вы, это мы, это Коля и Оля. Оля и Коля. И мы немножечко еще поиграем своих песен. И сейчас будет песня, которая, ну, практически уже скоро будет будет очень актуальна, потому что мы ее между собой называем «Рождественская». На самом деле это песня о дружбе. I'm the one. I do. I don't wanna let you die.
писали программу, как-то так получилось, что Коля оглядел список, сказал так, вот эти песни, ну у них одинаковое настроение, ну правильно, здесь мы писали песни, когда все было хорошо, а вот тут было не очень хорошо. И вот сейчас будет песня, когда, видимо, было не очень хорошо, она называется «Все пропало». Коль, не все пропало, видимо. Здесь кто-то есть. Да, в следующей песне поется про никто, кроме ты, кроме вы, да. Nobody but you. Time.
Мы так подумали, что мы все свое да свое. Надо же других уважить, правда? Thank you.
Кто интересовался, что такое джанкшн? Остановка. Тусовка в сюртуках. Да, совершенно верно. Спасибо. Еще раз Николай Добкин. Наше все. А теперь специально для нашего друга Арайка, который, по-моему, вышел покурить, но вы потом ему передадите, я надеюсь, его любимая песня. Thank you.
Choo-choo train, hasten the kicks and the maze.
многие из вас знают, что мы любим ставить песни диптихами, а то и триптихами. Извините за выражение. Да следом сразу пойдет еще одна песня про поезд. Thank you.
Если, чтобы вы вдруг не подумали, что маленькое спасибо, конечно же, большое спасибо. Вот. И как вы успели заметить, на сцене инструментов гораздо больше, чем нас, чем мы могли бы сыграть одновременно. Вот, поэтому сейчас начнется море. То есть more reflections. И первое дополнительное отражение, то есть первым рефлексировать с нами выйдет на сцену великолепный Петр Петрович Кондрашин. Встречайте. Правда, инструмент он принесет с собой, насколько я понимаю. В нашем составе это заключительный концерт в этом клубе, в стенах этого здания, поэтому мы окрестили его зеленым смело, поэтому можем вести себя как захотим, поэтому я снова беззастенчиво посвящу следующую песню Сергею. Сейчас предыдущую я снова посвящала, но уже Араеву, то есть сейчас уже, а тогда еще. Не ваше. Петр Кондрашин. Вообще, я предлагаю кому-нибудь написать большой плакат, на котором будет написано «Оля, лучше пой». Вот. Не в смысле «лучше пой», а в смысле «лучше пой». Хотя это по ситуации, конечно. На зеленых концертах принято путать слова, а мы сегодня путаем песни, поэтому первые песни с Петей мы сыграем не ту, которую мы должны были сыграть первой с Петей, вот, а ту, которую мы сейчас сыграем первой с Петей. Words like violence.
останется группе Дюран-Дюран. Группа Depeche Mode мы не ограничились. I came over your place today. Thank you.
большое. Мы сейчас в нашем море. Да, в смысле more. Станет еще более more. Much, much more. Если кто-нибудь видел на территории клуба людей, похожих на Дениса Шушкова, Володя Володина. О, ну вот же они! Мне приз, я их нашла. Я еще раз с удовольствием представляю вам Петр Кондрашин. Николай Добкин. И к нам присоединились Денис Шушков и Владимир Войгодин. Сейчас мы снова поиграем немножко нашего. Следующая песня называется «Самое главное, что вам следует знать об этой песне, что пишется она латиницей». Самое главное, что вам нужно знать об этой песне, что следующая после нее песня пишется латиницей. А песня, которую мы споем сейчас, посвящается девушке, которая сидит в этом зале, и она об этом знает, и, собственно говоря, вот. Угадай по глазам или по звездам, сколько жизней она училась никого не винить. Угадай, сколько лет счастья ищет след, сколько было тех, кого она так хочет. Зачем ее лицо настолько прекрасно? Зачем ее ладони настолько нежные? И она так хочет верить, что все не напрасно, ведь люди всегда да-да-да, все люди. Читанных книг,
ненадолго отпускаем со сцены Петра Петровича Кондрашина. Хотела воспользоваться служебным сценическим положением и воссесть. Да, потому что следующая песня, кроме того, что все, вам, все, что вам нужно о ней знать, это то, что она пишется на латинице, она еще и на 5/4, и это очень трудно танцевать. Вот, и... Я встала для того, чтобы пригласить на сцену нашего долгожданного гостя, Святослава Текучева! Встречайте! С вашего позволения. У нас еще есть диптих морских песен, и вот я буду там изображать, как будто я рулю. Да, это мой киль. А под ним 7 футов. Я, правда, не знаю, что такое киль, но не важно. Не киль, прошу заметить. Не до сна. Одно слово с маленькой буквы латиницей. Ну, начинайте. Поседы снег замерла луна высь.
появился. Лёшенька, забери, пожалуйста, трон. Мне что-то как-то, да. Трон, это трон, да. Тронь его и забери. Сейчас будет песня, у которой есть несколько названий. Одно из них – песня иммигранта, второе – ЕБЗ. Оно просто здорово так пишется, представляете? ЕБЗ. Ну да. Если будет. Песня с очень оптимистичным названием «Если будет завтра».
sailor. Thank you.
Спасибо. А сейчас нас станет еще больше, потому что я приглашаю на эту сцену своих соратников. С течением времени мне все сложнее называть их своими учениками. Это скорее мои друзья, мои единомышленники и коллеги. Я приглашаю Веру Поручикову, Олю Верникову, Елену Степкину. И Славу Текучеву заменит Петя Кондрашин. Эту песню написал Рик Райт. Несмотря на свою отчаянную минорность, она очень светлая. И она, мне кажется, о любви во всех ее проявлениях. Там вот за кайлочкой Лена стоит. Да, вот они все красотки. Оля, Вера и Лена, приветствуйте, пожалуйста. Thank you.
девочки. А мы выходим на финишную, веселенькую прямую. И следующая песня. Вот если вы даже выполните мою просьбу и напишите мне плакат «Оля, лучше пой», я могу вас неправильно понять. Ну, во-первых. А во-вторых. А в-третьих, я могу подумать, что вы просите меня спеть песню, которая называется «Лучше». И именно ее мы сейчас и споем. Thank you.
гораздо лучше. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что вы сегодня с нами. И за это мы вам споем еще одну веселую песню. Это, по-моему, это веселая шутка, если что, можно смеяться. Эта песня прозвучит для Веры. Называется она «Капитаны и пилоты». Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья, еще раз. Брояж Николай Добкин. Барабаны Владимир Воеводин. Контрабас Денис Шушков. Саксофон Святослав Текучев. Виолончель Петр Кондрашин. Бэк-вокал Вера Поручикова, Оля Верникова и Лена Степкина. Меня зовут Оля Олейникова. А еще вот там сидит, где он сидит? Алексей Белов! Со звукорежиссерским пультом. Без него бы ничего не было. Мы, Коля и Оля, Reflections Duo, а это море. More Reflections. Спасибо вам огромное. Приходите к нам всегда! Просите нас не уходить, то мы сомневаемся. Тогда мы оставим песню, чтобы у всех все было хорошо. Thank you.
Спасибо вам огромное. Спасибо любым музыкантам, которые сегодня с нами выступали и всю эту красоту реализовывали вместе с нами. Спасибо. Будьте здоровы!